друзья, всех приветствую. Сегодня мы едем в поход в Большой Кызылкуль с ночевой, с пацанами, с Саней, с Андреем. Решили скататься, попробовать и искупаться, и порыбачить. Попробуем, может быть, на щуку, взяли ротку. Только забыли опарышей. Да, забыли червей и опарышей. Так что сейчас, может быть, где-то еще здесь покопаем. Или на хлеб придется. А щуку на блесну в любом случае рыбачить. В общем, друзья, тут просто ужас, сколько народу. Мы уехали в самый конец озера. Но даже здесь народ. А там вообще просто проехать невозможно. Так, ну что, мы устанавливаем палатку сейчас. У нас палатка с Сибхусторга, которая была уже год. Неплохо себя, кстати, ведет. Все, теперь это. Андрей, ты с той стороны, Саня с этой стороны. Вон посередине вот. Ну, вот так вот маленько. Вот и все. Что мы вот так поставим? На, снимаем. Давай, Андрей. Сейчас вот. Делаем палатку. Почти закончили. Ну. Сейчас, когда палатку сделаем, покушаем и пойдем купаться. Да. А вот порыбачим мы не знаем еще. Потому что куча народу. Там, если прямо пройти, тоже куча народу негде. Никакого островка нету, где можно порыбачить. Только на лодке? Там муха села. Вот Саня тужится. Трудно как-то. Другое место воткни. И в корень, наверное, уберёшься. Еще лодочку накачаем, и будет вообще отлично. И будем готовить еду. Все, кайфово. Ну, вот так вот и поплывем. Так, что-то у нас, как оказалось, воды мало, всего 10 литров на 2 дня. Еще и варить будем, да? Ладно, сейчас чай попьем и пойдем купаться, наверное. А потом уже на лодке, да, поедем? Давайте. Так, ну мы сейчас просто купаться, да, идем? Не, на лодке и купаться. Но рыбачить мы сейчас все равно не будем. Утром, наверное. И попробуем поснимать. Все, давайте беремтесь. Ты с той стороны. Я с этой.
Все, погнали. Да там слишком маленький, мне кажется. Да, для лодки маленький. Че, спуск маленький? Да. А че, мы не спустимся, что ли? Да, нам бы воду не там с тобой. А, ладно. Да спустимся мы, че вы боитесь? Давайте, берите вон. Так, ну сванца давайте оставляйте. Ну да. Ну вот смотрите мальков сколько. Вот, смотрите сколько мальков. Глубоко? Да я не знаю. Да, не сильно. Ну там, кстати, вон видно уже и покрупнее. Надо попробовать на это, на хлеб порыбачить. Выгнать? Не, Андрей, здесь надо еще глубину спрыгнуть, там не надо сперва прыгнуть, потом. Посмотреть глубину, потом уже. Я сейчас попробую залезть и поснимать под водой с камеры. Грести-то кто-то умеет, нет? Нет? Ты, Андрей, умеешь? Так, ну ладно, пробую. Так, садись сюда тогда кто-нибудь. Да, да какая разница? Пойдем. Так, аккуратнее. Все. Я. А, ну вот глубина. Сейчас я под водой поснимаю. Вы только аккуратнее не упадите. А? Веслом меня не ударьте. Не видать. Ты с этой стороны греби. С одной, с другой, и все. Во. Не, наоборот, в другую сторону. Ну, пробуйте. Андрей, да нельзя тут прыгать, я одно не знаю. Тут может быть какая-нибудь бревно или коряга, ты в это бревно улетишь. Надо прыгать в тех местах, где ты дно знаешь. Он учится, он же не умеет плавать. Вода чёрная? Да. Дайте опыт. Давай, учись. Двумя, Андрей. У тебя лодку я потянет в одну сторону. Я более научился. Две бери. А ага. Я научился, нормально я же плаваю. Да, все. Учись грести. Сначала туда, потом туда. Вот, давай. На меня. Все. Ты за край возьми только. Не за середину, а за края. Во. Все, и все. Во, пошел. Че, вас видно? Видно в камеру вас? Не, пусть плывет, пусть учится. В принципе, я думаю, можно будет с удочкой попробовать это. Поблеснить. Да никто, оба учитесь. Чё? Андрей, так ты сзади залезай, нет? А то он тебя веслом огреет. Во! Во! Давай. Андрей!
Че, не можешь залезть? Иди сюда. Иди сюда. Да какой к берегу я тебя закину? Иди сюда. Давай. Сюда хватайся. Сюда поближе. Все, давай. Все, поплыли. Ты кусами об корягу зацепишься и потонешь. Да Андрей к берегу плывет. Да он и плывет к берегу. Ничего ты не можешь так. Все, он нормально плывет. Он по собачьим просто плывет. Это тебе кажется, потому что у нас лодка плывет. У нас лодка-то плывет к берегу тоже. Да пусть он плывется, ничего тебе. Да все, это у нас лодка плывет. Андрей, может на лодке все-таки? Где? У нас просто мы плывем одинаково, поэтому тебе кажется, что он не плывет вообще. Так, ну что, друзья, сейчас попробуем порыбачить. Все, готовы? Да. Ну, чтобы от берега подальше. Чтобы на берег не сносило. Так, где у нас тут? А вот же оно. Вот она. Вот на эту здесь, на такой цвет. Ну, он ядовитый, на ядовитый хорошо ходит. Угу. Поверни, Сань, меня маленько в ту сторону. Сань, не надо было почти выбрать, она пакет прокалила. Чё? И куда пакет прокалила, не надо было брать. Если у тебя есть, то это промокнет. Да. Нет, я вон туда дальше ловил. Так, что-то на эту у нас не клюет. Давайте попробуем другую. Так, попробуем сейчас вот на такую. Все, надо пока на глубину побивать. Что там пока не закрывали? Нет, не всегда. Да, блядь, мне кажется, самое лучшее. Да, есть и большие снимки. У них только на прибыль, никаких картах туда. Никаких карт. Так, ну на эту что-то тоже тихо как-то. Сейчас попробуем. Наверное, Сань, дай-ка я. Сейчас попробую опять на дедовскую, на которую я тогда поймал. На которую ты тогда поймал. Вот это обычная, по-моему, была. Самая. Что-то зацепилось. Она лучше всего показывала результат. Да, я не знаю. А что тут куда блудить-то? Вон, смотрите, сколько окуней за ней плывут. Офигеть. И не берет. Не видели? Наверное, штук это, штук 7-8 окуней. Подожди-ка, Андрей. Но. Тише.
Вон, видишь плывут? Вон. Вон. Вон он даже. Окуни-то хорошие. Вон, смотрите, сколько много. Вообще. Ничего нам. Неужели сегодня удача не улыбнется? И мы останемся голодными в этом большом озере. Вон. А вот у нас улов. Тина. Наш улов на сегодня тина. Все, Андрей, сейчас придем, заварим. Понял? Тина. Смотри, какая вкуснятина. О, прямо кушарик неплохой такой. Вот? Не, вон, смотри. Вон он, за ним плывет. Вон он, смотри. Да, видишь? Ничего надо. Шоколад. Вон их сколько много, смотрите, смотрите. Видите? Сейчас попробуем на санину блесну. Ну-ка, зацепится все-таки какой-нибудь. Щуренок, щуренок. А, нет. Опа! Есть! Опа! Блин! Ах ты, блин! Я сорвался! Вот, у меня. Блин! Я по рыбе сорвался. Поймал что-то? Нет, не поймал. Ковшин. Вон, видишь, поймал. Поймай, поймал, вон, хавай. Видишь? Да-да-да. А этот у него отобрать, видно, хочет. Или это самка с самцом? Не-не, они друг у друга отбирают часто. Все, мы возвращаемся обратно. Поймали почти окушка, но он сорвался. И завтра в часов 5 утра опять пойдем и попробуем. Пока рыбачили, вот тут столько народу у нас появилось вокруг. Так, ну все, будем варить еду. Шрак с тушенкой его. Я, кстати, вот фарфор сделал. Я смолой это веточку обмотал вот. Вот, смолой ветку обмотал и берестой накрыл. Теперь она так загорит. Мне кажется, гореть не будет. Будет, будет. Гореть ну, может не будет. Гореть может не будет, а у вас свет давай. О, видишь. Стой. Находка. Пойду вот, еще делать. Вот он. У нас, конечно, мало воды, но мы за один день выпили вот столько, почти в целую бутылку. То есть нам должно хватить на завтра еще. И завтра в 5 утра мы пойдем на рыбалку. Может, на поплавок получится порыбачить. Потому что народу не будет, они все будут спать, а мы будем рыбачить в это время. Вот, готовимся жарить наш ужин. Наш обед будет состоять из ролтона и тушенки. То есть доширака и тушенки. Тут вот такая. Вот, палатку мы еще в начале ролика разложили. Короче, тут народу очень много. Мы еле заехали. Так. Вот, смотри.
Это просто нажимается, газ пошел. Вот. Невидимый практически огонь. А, старинный. Ну все. И ждем минут, наверное, 7-8-10. Ну и включим, когда сварится один. Деда Ширак, доставайте. Да ты что делаешь такое? Давай, наверное, три. Три хватит нам, нет? И тушенку, ну. Вот, наша тут хватит, он готов. Вот. Давай. Может еще и обхватит, как думаешь? Не, давай это на завтра, хватит. Куда нам? А вот такое вот место. Да, хватит. Перед рыбалкой покушаем. Так и нормальный. Завтра. Вот мы, когда мы завтра поедем на рыбалку на лодке, там будет, если темно, тогда я буду, точнее, если рыб будет не видно, я вот так вот буду подсвечивать воды. Угу. Вот. Открываем тушенку. Жом, умеете вскрывать тушенку? Банки такие мягкие, пушистые. Мне кажется, надо посерединке было разрезать. Можно ножом сквозь. Раньше они твердые были, а сейчас мягкие. Ты подошел. Какие уже открыли. А что тут у нас? Вкуснятина, да? Ой, говядина тушеная. Мы сегодня нормально так и не ели, и это первая нормальная еда за целый день. Не, ну как, мы же маленько-то поели, тогда перед тем, как пошли. Ну это была не такая хорошая еда, просто так, перекусили бы. А это уже так, хорошая есть. Еда. Вот, уже закипает доширак, водичка, привет. И сейчас будем доширак. Доширак, привет, прям жирок видится. Тихо, горячая. А, высыпай это. Довольное... А специи надо? Ну да. Довольное лицо Сани, скоро поедим. Ясно? Да. Так, это сразу надо. Да, ничего. Давай, это пора тоже. Я буду Сане помогать. И тушенку потом. Аккуратнее. Другой отвески. Чтобы мешать. Закипает. Ну, в принципе, нам кипятить-то и не надо. Сейчас она маленько постоит. Вкусно сейчас как будет. На, Андрей, посмотри. Ой, какой ням-ням. Пахил совершенство. Бумажку какую-то нашел. Поставил. Пирожку еще тоже. Сюда пирожку? Тушенка. Так, все, тушенка. Это дети, давайте вот это. Саня, пап, покажи тушенку. Саня, покажи тушенку. Ну что, Сань. Тушенка как тушенка. О, говядина, покупайте. Вкусная. Так, все, сейчас надо сразу чай поставить. О, пахнет очень вкусно. Да ты чё? Рожу корчу. Пиш это. Это Андрей под чай сказал. Не, мусор-то не надо сюда. Так, мусор куда не так иди. Радуется еде. Что
садимся. Я подкрываю, помидоры режем. А зачем резать? А? Зачем резать? Я помидоры вообще не буду. Бульон вкусный мясной. А эту, ты одну банку тушенки туда потратил? Да. Да, и одну еще оставим, может суп сварим. А эту, ты тут эту жидкость туда налил? Вкусную? Да. Да. Бульон. Так, Саня. Ну, все. Саня. Всем приятного аппетита. Будем кушать среди вот этого красивого леса. Это самое вкусное. И озеро. Я не помню, как она называется. Большой казакуль. 1% я дал. Сейчас еще чай доварим, вскипит, запарим чаю. Вкуснятина. Все. Вот, тушеночка. И печеньки даже. Все есть. Что нужно мне для жизни. Мне кажется, ты сейчас чем-то просмотром. Там уже сидит кто-то. Попробовали второй раз выехать. Тогда было солнце, а сейчас нет солнца уже. Вечер. О, мальчиком наверх попрыгал. Красиво. Вот тут, тут уже. Вообще-то мы сейчас поедем. Только Андрей придет с ящиками с водой. Mm-hmm. Вот тут вот. Малька видно, да? Да, уже бошку рыбу он ведет. Ну, сейчас вечером, может, что-то и будет. А рыба зачем плещется? Она мошек ловит. Сейчас и грести сильно не надо будет. Почему? Ну потому что ветра нету. А ну греби. Греби. Это как смотрите вон. Реально рыбу тут дарить еще. Ну, вон они, хватает. Ну, тут мирная куча рыбы. Не так. Ну, тут да, тут мирная. Вон, хватает. Тут куча мирная. Просто пересаживай. Вот, смотри, прям на лету летит так. И пьет даже он. Саня, не тряси лодку. Я слабо трясу. Даже больше не трясу. Вон наш прям, смотрите, падает прям вот так вот. Прям летит и прям вот так вот падает. Вон, смотри, смотри, смотри. Нам бы такого рыбака сейчас. Саня, давай! Саня, твою, да что ты пропускаешь? Саня! Да не разворачивается. Моя. Андрей, давай. Наша, наша, наша. Моя, 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 моя. Сильнее, сильнее, сильнее! 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 Наша, 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 наша. О, наша, наша. Моя, моя, моя. Твоя, меньше. Твоя, 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 твоя. Саня, давай! А нет! Саня, не теряй! Чесилку! Нет, не получается! Саня, Сань! Не получается, что-то хорошее. Греби, греби, греби. Потому что я на конце сижу, поэтому... Сейчас соберем небольшой костер. Мы вообще костер не собирались делать. Не, не, так как дети просят. Не воняет? Сейчас.
Сейчас у меня ель подожгем воняет. Небольшой костёрчик. Елью пахнет. Елью? Это хорошо. Так. Давайте поджигаем. Ну ты все-то не надо, Андрей. Да. Ну оно сразу все сгорит, да и все. Угу. Сначала надо кору. Шишки. Сейчас. Да, я же здесь. Ну, ладно, подожди. Вот тут кору. Кору заложить. Я там хорошо бы решил. Он сухой. Палки должна положить. Такая штуковина. Желтая. А, папа, вон, желтая штуковина. Да, все сейчас загорится. Что, подкидывать? Подкидывать, папа? Подкидывать. Да подожди, сейчас загорится. Сейчас факел где мой? Папа, давай факел. А, вот. Смотрите, как. Али. Вот так вот берем, переносим на пол. Все сильно не это будет. Больше не накидывайте. Вот оно сейчас махом просто прогорит все и все. Чтобы подольше горело, шишек тогда накидывайте потихоньку. Ну да, сейчас вот это вот прогорит и просто шишек подкидывайте. Они тогда дольше, маленько хоть прогорит. Так, сейчас махом сгорит. Это нормально. Ой, хорошо горит. Все, все, больше. Ну все, друзья, сейчас немножко пожгем костер и пойдем спать. А утром. А, ну еще чаю, да, попьем сейчас? Слабо. Ну а утром уже на рыбалочку с утра попробуем.